Борис Федорович Шаляпин, Иван Семенович Козловский. Приготовился? Приготовился. Мы готовы. Мимино, да? Реветай строгане дни. Эта встреча произошла в Центральном доме литераторов. Интересный дуэт. Народный артист СССР Иван Семенович Козловский и сын Федора Шаляпина. Борис Шаляпин – известный американский художник. Послушайте, голос его чем-то напоминает голос великого русского певца. С этого лиса без времени опустел зеленый сад. Много пташек, много песен в нем, а все милой не слышишь.